О самореализации молодежи в Татарстане говорили и в Москве. Инвестиционные площадки республики, по мнению премьер-министра Эльдара Халикова, дают для этого все возможности. Глава правительства рассказал это во время выступления на первом московском международном форуме по иностранным инвестициям. Он, в свою очередь, привел в пример Камский индустриальный парк «Мастер». А сейчас в республике идет строительство инновационного города-спутника «Иннополис».